В Рязани планируют отказаться от старых автобусов. Заменить устаревший парк машин планируют на современные автобусы марки МАЗ-107. Один из таких Рязани в качестве гуманитарной помощи отдала Москва. 2009 года выпуска. Новый для Рязани автобус можно увидеть пока только на одном маршруте. Но узнать новинку для областного центра просто. Автобус на 3 метра длиннее своих коллег. Полностью низкопольный, имеет пандус и специальные места для инвалидов. Оснащен цифровым табло и, что особенно важно, регулятором температуры. Помимо системы отопления штатных, тогда просто народный печек, здесь у нас находится конвектор, который работает вне зависимости от включения печек. То есть от подачи охлаждающей жидкости она нагревается и автоматически по салону протекает, как батарейка отопления в квартире. Планируется, что автобусы этой марки отправят на пенсию венгерские икарусы, возившие горожан еще в прошлом веке. Сейчас по городу курсируют 16 машин, которые закупили еще в 92-м году. Кстати, Рязань – один из немногих городов России, где на дорогах еще можно увидеть этот пережиток прошлого. К началу марта мы полностью откажемся от икарусов и заменим их на данный тип модели, на МАЗ-107. А можно ли утверждать, что данная модель более экологична? Наверняка ведь да. Да, конечно, потому что данная модель, у нее класс экологичности Евро-3 по сравнению с Икарусом, у которого в свое время было и сейчас Евро-0. С точки зрения истории интересен автобус ЛАЗ-291. Таких было выпущено на Львовском автобусном заводе в 2002 году всего 20 для демонстрации новой техники. Один из них попал в Рязань. В Рязани он приехал в октябре 2005 года. Пробег его сейчас общий 500 000 километров. Вот. И все эти 500 000 километров он проехал по улицам города Рязани на различных маршрутах. Конечно же, улицы города, наконец, станут более чистыми и современными, без длинных оранжевых со скрипящей резиновой гармошкой, которая еще когда-то казалась чудом дизайнерской мысли, но вместе с тем сослужившими свой срок и карусами, и будто уходит целая эпоха. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания.